освоив работу маятника, двумя руками поймав работу всего корпуса, делаем ровно то же самое, только одной рукой. Вниз, вверх. Важно не столько рукой, сколько корпусом. И, соответственно, по прямой сразу в цель. Еще один в данном случае при работе одной рукой. Работу сверху – это желательно сразу же после работы с весом. Напомню, вес не должен быть большой. Это не вопрос наращивания. Это достаточно, чтобы вы почувствовали нагрузку, не более того. После чего сразу же переходим к работе по цели. По мешку, по макивари тоже встать. И чувствовать жесткое присоединение. Это не должно быть легкое касание. То есть это должно быть реально стопинг, чтобы действительно мы могли перейти к перехватывающей инициативе и жесткой работе по противнику.